Волчок. Я ел черешню, и у меня косточка отломалась, кусок зуба здорового. Учитывая то, что мне и так 20 зубов нужно полечить, это такая проблема немножко не в тему. Сейчас пойду спрошу, что делать с ним. А тебе куда? Не знаю, сейчас. Добрый день. А, привет. Я косточка черешни, зуба кусок отколол. Черешни было мало, ты на косточке пришел. Да, ой, голодный был. Голодный был. Угу. Думаю, найти глянь-то не лечить. Да, конечно же, не буду на дорогу. Бо я иду кататься и заехал по дороге. Ты треба забрати, нахер воно тут. Тихо-тихо. Давай ты дивись. О. Тихо-тихо-тихо. Нет, ты дивись. Сюда. Зуб чи пломба? Зуб, конечно. Ё-моё, жалко. Чё ж ты? Косточки есть и всякие. Так, після отпуска. Так. Так тоді погодимося, вона... Хорошо. Давай. Дякую. До побачення. 2 минуты, 7 секунд мне полечили зуб. Полечили зуб. Да? Да. Я говорю, за 2 минуты и 6 секунд. Больно, блин? Ну, сейчас уже больно, когда оторвал кусок. В смысле оторвал? Ну, вырвал просто ты кусок и зажжжж, и все. И поставил пломбу? Не, не ставил. Пломбу ставить потом, чтобы я пришел через месяц. Бедный, блядь! Короче, мне пацан, за что ему большой респект, на премьеру жести подарил голени. Спасибо тебе большое, но я их одел только что, они маленькие на меня немного. На колена как раз. Нормально? Это размер? Вот, у меня тоже М. Тоже? Угу. Ну то что, Миша? Забирай. Пять? Бесплатно. Конечно. Это мне пить до сырки. Я лучше в своих футбольных буду кататься, а не хотя бы на меня. Но фут сэшн начинается. Блин. Зубчик отломался. И рецепт проскочил. Что-то хрустнуло, у меня просто зубчиков нет, уже накривили. Жесть. Все-таки порвал цепь. Вот. Достал уже. Купи новую цепь. Нема денег. Саня рвается в трейлы. Давай, так. Ещё не дома. Набери мене под вечерок. Ох, він заткували, бля. Жихай аккуратно с ногами, чувак, помедленнее ей. Чуть помедленнее. Я бы не советовал бы разгоняться, а его нога тупо болтается, чуть ли не в колесо попадает нога. Если нога в спицы попадет, все, жопу. Как пицца, прям. Пицца как? А что? Нормально?
Рома приехал из Израиля, сразу уроки обучения катания на BMX. Ох уж это Рома. Так ей лучше самой, а ты постархуй просто. Спина ровно, слегка пришел за твои руки. Жух! Жух! Ты достался. Давай! Панк. Панк жив. Все, пока. Пока. Смотри, ты даже просто поставь ногу вниз, поставь на педаль. Да, да, вот так. Вот. Я толкну справа, лево. Справа тебя ты сдашь. Давай. Мамочка, ты будешь прибегать? Нет. Это всю штуку. Да, на чем? Да. Выражение лица бесценно. Нахуя ты шоколадом в ебу, сука? Ярик, молодец. Да покажи, тебе не обдуваю, прошу, блядь. И посмотри в мои глаза, и не тая. Где, блядь? Есть, я, блин, он... А, сука! А, наша спина лучше в лице. Ой! Ну, а я тебе отдам бесплатно, ще й нахуй пляшку пива поставлю знизу. Аби тільки нахуй забрав, блядь. Таке дерьмо я тобі сам отдам. Чи ти не хочеш защити поділитися? Кстати, мені треба того шлема розового, блядь, як тут забрав. Ну, розовий шлем треба по-любому. Блядь, як я той розовий шлем хочу. Сука, як він мені, блядь, пахне. А скільки він стоїть? Та, блядь, стоїть до хуї. 380, може вже скидка, ні? 380, блядь. Это ты. Смотри. Крепление для GoPro – это отличная игрушка для кошки, как видите. Что это за трюки с задними лапами? Эй, это нельзя. Это зарядка для GoPro. Если бы не она, у тебя не было бы корма. Который чувак скинул из-за моего контента. Заряжаю я батарейки до GoPro, на которой снимаю свой контент. Открываю окна и так дальше своей попой. Попой прям на мышку. Вот кто создает и удаляет посты ВКонтакте. И монтирует все видео. Нормально так? Смонтируешь на завтра, успеешь? Новый блог завтра будет? Вовремя? Да, кошка. Эй, клавиатуру дай. Блин, мне монтировать нужно. Непрофессиональная атмосфера здесь. Ну, ё-моё. Не нужна эта клавиатура.
что голова падает неудобно, да. И мне не даешь монтировать. И сам не можешь уснуть. А на диване не хочет спать. Он приходит ко мне и ложится на руку. И не дает монтировать.